Ассаламу алейкум, всем привет, друзья. В общем, здесь я в машине сегодня решил потолок почистить. Он у меня уже был лет 5, машина у меня, и уже видел, что он загрязнился. Чистил, так, сейчас здесь, конечно, видно не будет, но свежо стало, вот, видите. Почистил еще, он немного мокроват, не мокроват, а влажный. Очистил я его вот таким вот средством, вроде ничего. Ну, сейчас, конечно, кто-то пользовался, может тоже комментарий написать, но эффект явно налицо, потому что когда так влажной тряпкой чистишь, может и обвиснуть потолок. Ну а это пенка, вот, просто можете нанести, сейчас я покажу. Вот, смотрите, допустим, я вот так вот наносил, да, а потом нормально тряпочкой вытирал. В общем, нормально чистится, свежо стало, чисто стало, но тряпка, смотрите, чтобы от нее цвет не уходил, да, не выходил на, как сказать, на поверхность. За этим единственное надо проследить, чтобы потом, если тряпка синяя, допустим, вот этот цвет не выходит. Можно намаз сделать синим потолок. Ну, ролик не об этом, я хотел просто, вот знаете, ролик сейчас дверь закроем. Сделать для чего? Для простых пацанов, да, знаете, для каких, которые любят свою машину, которые ухаживают за ней, да. И просто у кого хобби, да. Ну вот мне эта машина нравится, я постоянно повседневная машина, и это у меня. И я ее не продать не хочу, ничего, просто пользуюсь. И если что-то не так, я стараюсь это починить, подделать, чтобы было, чтобы в форме была она всегда. И сегодня я вот решил с рулем повозиться, ребята. А ролик почему для простых пацанов? Ну, конечно, там кто-то может сразу сказать, что типа, а там, ну, плохих машин не бывает. Бывает то, что как человек следит за машиной, правильно? И вот те ребята, которые любят свою машину, которые следят, может кому-то пригодится этот ролик. А связан он с рулем, вот смотрите, помните, я как-то в одном ролике показывал, что вот здесь протираться начало, вот видите, да, в основном, где руки, ну, у меня всегда вот так вот вожу, поэтому. И вот, в общем, я заметил одно, что вот сама же бронза, это, да, цвет бронзовый, и снизу начал белым выходить, да. Но потом я заметил, что вот здесь сбоку, видите, так, фокус немного неважный. Вот здесь черное начало выходить уже. Как бы третий слой, да, пошел. Сегодня жарко, между прочим, потею я. И в гараже жарко тоже. Так, в общем, смотрите, бронзовый цвет был, потом белый вышел, да. И когда я увидел черный цвет, и такая мысль пришла в голову, что типа, ну если черный, наверное, последний уже, да, потому что пластмасса же это. А пластмасса, я думаю, что то, что вот выплавляется, это, оно, наверное, в конце концов черным должно быть. И я вот решил вытереть растворителем. Растворителем сейчас протиру я, посмотрите эффект до и после. Я думаю, что сам руль черный, кнопки черные. Но если будет сама вот эта вот ось, да, можно сказать, если будет тоже черным, думаю, что будет нормально сочетаться. Вот видите, чем вот так вот, да, вот. Лучше думаю, что вот это все было черное. Сейчас возьмем растворитель и посмотрим, что как получится. Да, ребята, вот у меня брелок. Помните, я вам показывал, подарил мне друг Астана. Вот. Астана рулит, если что. В общем, сейчас я за растворителем буду вытирать, протирать, там, стирать, да. Ну и посмотрим. Думаю, что должно, ну, по крайней мере, лучше, чем... Я могу его снять руль, да, отдать на покраску, но все равно в коротком времени, ну, с некоторым временем, все равно опять начнет протираться. Так что постараемся сделать саму, ну, свой цвет придать, да, вот то, что уже, чтобы не стиралось, чтобы постоянно так осталось. Если черно будет нормально, оставим. Если нет, перекрасим. Ну, поехали дальше. Друзья, вот он сам растворитель, нормальный простой растворитель. И вот сейчас вот эта тряпка, кстати, мне уже не нужна для потолка, поэтому я пользуюсь для вытирания. Сейчас вот это будет белым выходить. Во, видите? Во, пошло. Вот смотрите. Видите, как ушел бронзовый цвет. По идее, если бы белый был, не было бы черного, можно было бы и белым оставить. Машина сама белая. Но будем тереть до тех пор, как сказать, пока не выйдет сам черный цвет, да? Вот. Ну, я буду тереть потихоньку, посмотрим, что там дальше. Да, по идее, ну, может кто-то сказать, что легче снять руль,
вынуть сигнал вместе с аэрбаком, да, и нормально стирать. Да, так тоже можно, но я буду аккуратно, потихоньку, чтобы не задеть ничего. Да, следите за тем, чтобы растворитель не касался там ненужных частиц, да. Ну, пока что я тиру. Ну, ребята, смотрите, в общем, бело не так уж и плохо. Я вообще-то думаю, сейчас полностью стиру, посмотрим. Если что, может быть, белым оставить. А сейчас вот этого тоже будем стирать все. Ну, нормально вытирается, в общем, эта поверхность. Краска эта бронзовая. А, в общем, сейчас полностью вытерем, посмотрим. Думаю, что для начала, может быть, оставлю белым. А, ну, кому понравится, если войдет, если, так сказать, да, идея сама. Потом уже, если напишите, сделаю продолжение. А когда уже посмотрю, если будет стираться, сделаем уже черным. Ну, посмотрим, еще не знаю, как выйдет. Но белый может остаться, нормально смотрится. Ладно, терем дальше. Заведем машину. Сейчас перевернем руль. Вот так вот получается, в общем. Так, сделаем вот так вот. И будем тереть дальше, да? Вот это вот место. Ну, ребята, вы знаете, офигенно получается мне вообще. Смотрите, о, как будто покрасил. Сейчас здесь тоже все вытерем. Может, кто-то подумает, там скажет, а, вот Султан колхозник, да. Друзья, я не колхозник. Я просто такой сельский парень, да. Просто я болею машинами, друзья, понимаете. Если эта машина идет, а почему бы не сделать, да? Может быть, у меня даже если миллионная машина была, все равно бы что-то пришлось сделать, понимаете. Если, ну, это поймет тот, кто в теме, чем ездить на ободранном руле, да, лучше что-то сообразить, ребята. Вот в чем вопрос, да. Ну, думаю, что хорошо получится, классно получится. Все-таки я, наверное, на белом руле поезжу, с белым, да, рулем. А потом уже, если будет дальше тереться, будем делать черным. Ну, поехали дальше. Вот, друзья, выглядит вот так вот. Вот, руль стал белый. Думаю, что неплохо, в общем. Там кое-где еще подработать. И будет нормалек. Вот, так вот выглядит. Ну, это был способ, в общем, как справиться с потертым рулем, да. Ну, это, я имею в виду руль, который с пластмассовым покрытием, да, а не с металлическими. Для них, вернее, у них таких проблем и нету. Думаю, что было полезно. Потом, думаю, что со временем мы его сделаем черным. Будет вообще, наверное, думаю, ништяк. Ну, я так пока покатаюсь. Для разнообразия. Ну, всем пока. Ассаламу алейкум.